Buongiorno. Buongiorno. Oh, che bellissimo regalo. Dillo. Ciao. Questi, Marina, sono un anticipo. Grazie. Per il pre del regalo di compleanno. Grazie, grazie mille. Chiedono a papà e mamma se volete andare a fare la bracciata. Ah sì, mi diceva Alexander. Grazie, grazie mille, molto piacere. Eccola. Sasha, magari prima si lavano le mani, no? Ora ti porto fuori, ora compriamo... Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sasha говорит, сейчас на улицу пойдем мы это... Andiamo fuori, amore. Там надо купить ремешок, и сейчас я скажу, Саша, что надо купить. Ma come siamo belle! Надо, Саша... Il giochino! Cosa hai comprato? Саш, руки надо было помыть. Il giochino! Dove va Alexandra? Dove va? Ma salutatele tutti, Ale. Привет. Привет. Соскучилась? Саша ж на карантине была. Ну так аванс, ну. На ном ты, да, да. Ланча, ланча, ну. А, опа. Дел, эхо. Вай, портамела. Ооо! Non li mangia, neanche io, da. È venuta Baikal, è andata qui Sasha, ha alzato la gamba. Ha fatto il nostro muro. Anche sul tuo letto, vedi che ti è cambiata la, sì, la coperta. Madonna. Non li mangia, non gli piace, o non gli piace non il gusto, piace, non lo so. Comunque non gli piace il gusto. No, lasciala se no. Mi piace. Amore, facciamolo, vieni. Dove l'hai portato, eh? Amore! Gianni! Gianni! Aspetta! Brava! Bravissima! Brava! Fatta la pipì! Brava! Quanta pipì, madonna! Vieni, Gianni! Vieni! Da un mio мячик есть в домике. Есть мячики? No. Ho portato via. А куда мы их дела? Было столько мячиков, куда же мы их все разносим? Шани, где твой мячик? Мячик твой где? Где твой мячик, писюха ты малая? Где твой мячик? Стой, 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 стой! Стой! Стой, будет ведьма! Стой! Стой! Валя, валя! Видела там нее домик? Так отпусти. Куда ты так за живот-то ее бегаешь? Потихоньку. Саша, эксперимент. А, цветы. Грация, милли, грация, грация, рогация. Очень классно, очень красиво. Аперто. Да, аперто. Амори, блядь, аперто. Класс, цветы обожаю. Там София мне дарила точно такие же, вот такие. И они у меня до сих пор стоят. Боже, это не цветы, это прелесть просто. Обожаю. Хорошие у меня девочки. Вот этот она поломала. Вот Саша ей купила. И смотри, видишь, где она поломала, Саш? Вот здесь вот она перегрызла, такой пунктик был. И все, и Джордж пробовал там что-то это, не вынимается, ничего не это. Ну, сейчас дети уйдут, придется пол протирать, потому что Шанель от радости написюхала, они вступили. Я протерла, они вступили там, где я протерла. Короче, я чуть все комплекту. А где мячики все, Саша? У нее такие мячики классные. А, вот они, Саша. Вот они все мячики, Саша.
Вот они. Саша, вот мячики. Смотри, ваши. Шани. Одна. Ой, ей нравятся, они мягкие. Это я это брала для костюма себе. Шани. Ой, Шани. Шани. Так. Шани. Эй, ладно. Шани. Где твой мячик? Где Шани? Мячик? Где мячик у Саши? У Саши, где не у Саши? Где мячик? Вот мячик. Давай, маме. О, браво, мячик. Браво. Вай. Портала мама. Мама. Браво. 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 Мама научила. Я видела мама, как научила. Это ее любимые шарики. Не знаю, они такие, знаете, девочки, цель. Купите шарики. Я их брала себе на костюмы, но помните, я показывала, наверное. И они мягкие вот такие. Они классные. То есть она, даже если опускает, они далеко не катятся. Но вот под холодильником были. Написюхала так. А где мой этот? Не поняла я. Куда цветы поставить? А. Не ест Саша, который без копий. Саша купила мне это. Саша говорит, пойду куплю, говорит, этот самый. Поводок. Потом он говорит, я шла, они закрыты. Я говорю, ну так они 4 открываются. Ну тогда я теперь туда уже не... Неудобно туда идти, не по дороге. Тогда я теперь туда уже не пойду. Я говорю, я в центре спрашивала, говорю, в китайских. Ни у одного нету в китайском. Саша, работу говорила, нашла, да? На работу выходит. Саша! Тебе Никола Натима. Пяточку сними. Слышишь, и сколько тебе будут платить? Non lo so, perché lei mi fa, ti sei interessato, ho fatto sì, sì, mentre mi faccio una cosa, comunque mamma non è che le posso dirmi quanto è. Io Эмма тоже работает. Брависсимо. Саша вообще... Вообще, Саша начала встречаться с мальчиком, с Эммой. Ты браво, комплименты. И Саша начала... Саша очень начала с головой дружить. Но на раджоне, проприо коменчата СРМИ, как он на то червелло. Шани! Мадонна, questa mia preferita. Preferita, questa mi ha regalata Sofia l'anno scorso ancora lì. Dura tanto. No, perché quelli non devono neanche stare senza acqua, quelli non seccano. Покажи девочкам фанельку. Шани. 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 Будете только аккуратно на травке с ней, Саша. И смотри. И смотри, Саша, чтобы это, другие собаки, потому что она, если без поводка, селей сенца гвинцаю, но джира ква, и че он каны кон гвинцаю, селей рива леда квеста каны, и луй морды страпа кома да коль сеньора. Перчо сенца гвинцаю. Вон там, это корда, там веревка, на веревке я гуляю. Если хочется гулять на веревке. Ой, давай. Эй, Эва, Эва. Саша скучала за ней, да? Соскучилась, Саша? О, знаешь, когда ты... Саш, знаешь, как... что ей нравится? Еще мои тряпочки. Смотри, посмотри, что с тряпочкой делает. Смотри. Шани, смотри. Подожди, подожди, не отвлекайся. Подожди, браво, браво, браво. Подожди, смотри. Шани, смотри. Держи, смотри. Она с тряпкой с этой бегает. И потом вот так вот. Смотри, Шани. Подожди, возьми тряпку. Шани! Шани! С моими тряпочками кухонами бегаю. Я столько Шани. Тряпочек настирала после уборки. Вот такие цветы. Шикарные, Саша. Грация Мини, шикарные. Грация Эмма. Красивее. Чао! Чао, дай, 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 дай. Дай, 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 Инка, иду, су термосифоны. Сумка. Подожди, на, одень мне сначала этот. Алло, сначала этот надо одеть. Потому что там, там Регина в сумке.
А, и вот эту я беру с собой всегда, эту самую, Саш. Я ей кидаю, она в парке гуляет с ней. Сиси, мальфорти, жалко. Ей хватит одного вот этого, потому что она потом легко моется. Домой пришла, сполоснула, она чистая. А шарик потом там выпачкается в санье. Он иногда у нее сегодня второй раз он на нее открылся, знаешь, на этом мы гуляли в парке. Не знаю почему. А на такую свадьбу приняли. Деньги. Наверное. Кванти. Кванти. Ничего не хочу, Саша. Окей. Хасия. Окей. Вы же мне уже собаку подарили, вы сказали, что от вас собака, от тебя, от Софии, Джорджа, Тэма, что вы мне скинулись на собачку. Смотри, гварда. Грация миле, рогация, белиссимо, гварда. Так, сейчас мы эти поставим цветочки. Una, due, tre. Альца. Нравится, Саша? Ti ricordi quando siamo arrivata io, prima volta con lei entrata in casa, c'era quella cosa, ti ha detto ci, no? È cascato, io ieri l'ha scritta lui, io l'ha scritta lui, ho detto ascolta, ma perché già era fuori, se ti ricordi. Vabbè, sì. E lui dice no, ma l'ha fatta vedere il veterinario, ma cosa c'entra il veterinario? Il veterinario quando è venuto a fare il vaccino, il chip c'era, cioè, ma lui era mezza fuori, ora le devo fare il chip da sola io, come ho capito io. Perché la chip li fanno con la siringa, no? Avevo il chip, voi palette, avevo. Ti dovevamo prendere fuori? Ma adesso Carlo tu già сказал, ho detto, strano che fuori il chip. Ciò che говорит Carlo, говорит в этом. Саша, аккуратно, маленькая, она устает ходить много, поняла? Но ты сама увидишь, она останавливается, она потом в сумочку хочет или на ручке. Аккуратно там, когда большие собаки, потому что я тебе говорю, что у мужчины здесь, мужчина был на, другие два мужика стояли на поводке, собак держали. А он пришел с этим, со шприцем, пришел, шприц, по-моему, там лохматый спереди. А та собачка маленькая была без, ну, без этого, без ничего и подбежала. И те собаки за нее как схватились и все, и разнесли в пух и в прах. Только перья полетели. Вот, и надо аккуратно очень. Не было такой средней вазы, поэтому, смотрите, вот эти вот цветочки. Раз, два, три, четыре, пять. Странно, у них все время не чуть настает. Смотрите, красота, красота. Молодцы, детки, когда дарят цветочки, очень приятно. Вот этот кактус вообще очень классно цветет. Прям радует меня. Этот, не знаю, девочка написала, говорит, вы его пересадили, говорит, там очень узкий корень, говорит. И, наверное, он, нет, он иногда зацветает, потом перестает. Может, он уже даже и отцвел свое. Ну. Говорю, у меня любительница была, девочки, сестра кактусов. Я не могу, я отвечаю под видео, я отвечаю на один комментарий. И, я не знаю, напишите у вас, как у кого есть влоги. И я хочу ответить на другой комментарий. И у меня вот так вот крутится, не дает мне ответку написать. То есть один я пишу нормально, все на стрелочку, комментарий уходит, да, под чьим-то комментарием. Ответ, ну, ответный. И потом хочу написать еще один, и все, он не уходит никуда. Не знаю, что это. А Шанель пока вот с этой тарелки у меня есть. Крышка осталась. Ну хорошо, Саша, на работу пойдет хорошо. Потому что их берут быстрее на работу, от того, что за них налог маленький. Нам в нашем возрасте тяжелее найти. За нас налог надо платить.
Наигралась? Там есть льгина в сумке, посмотри, там есть, видишь, внизу, трогай. Си-си-си-си. Ага, поняла, когда посадила ее за это самое... Когда в сумке у тебя, потому что она из сумки хочет потом вылазить, там начинает карабкаться. Саша, ты шо? Они же пошли на меня заяву, написали, что я ей покрасила волосы. Шани! Шани, vieni, amore. Fai da vedere. Шане! Шани! Vieni qua. Она в сумку, она сумку видит, она в сумку хочет, она гулять знает. Vuoi uscire? Конечно, она знает, что там гулять в сумке. Шани, amore. Давайте портану. Фори? Una, due, tre, danza. Una, due, tre, danza. Una, due, tre, danza. Настирала женщина у бабушки, которая работает. Встали они, девчонки, они встали. Цветочки, сейчас подождите, вот так. А нет, уже уменьшил. Они встали, но они, не знаю, сколько еще протянут там, может быть. Хотя бы еще месяцок было бы классно, а потом бы другие сюда посадила. А вот этот у меня уже несколько лет растет, вот этот вот. Они вьющиеся. Я, кстати, у бабушки таких не видела. У моей бабушки вот такие вот стоячие были. И такие красивые, боже, это самые красивые цветы на свете. И вот тут моряк у меня лежит. Я даже уже прикрыла, уже, я уже с ним не борюсь. Я вот так вот прикрыла землю специально, чтобы он пузо не пачкал, потому что он потом спрыгивает и все это пачкает. Боже, какой-то... Девчонки, лучше бы уже дождь пошел. Такое идет напряжение на глаза. Почечки распустились, листочки начинают. Сейчас быстро очень пойдут. Прям незаметно. Вот тут. Видите, вот они выбросили. Я, ну как выбрасывали, я спросила, язык длинный. Он говорит, да, если бы я сказала, что мне еще надо было, он бы мне еще бы дал. Но мне ж не надо. Вот. Он говорит, на следующий год это, и на следующий год они у тебя, а, не знаю, трогать не буду, вот специально посмотрю, если на следующий. А это я не знаю, что это, или цветок, или это амброзия какая-то, я даже вырывать ее не стала. Ну, привстали, привстали, конечно, не так, как были. И сегодня я поливала их утром рано. Так обычно вечером стараюсь поливать. Пока продержится, не знаю, потому что типа не сезон, они отцветают. Летом они не цветут. Тьф, я, насколько помню, у бабушки я летом была, все лето у нее были. Может, я ошибаюсь, но все лето. Может, какие-то цветы другие. Вот так вот надо немножко, чтобы они... Чтобы сюда, если моряк ляжет, чтобы не на... Не на эту... Не на землю. А? Красиво, красиво. Стоячие, красивые. Обожаю. Интересно, а вы любите анюткины глазки? Виолины их еще называют, по-моему, на итальянском. Не знаю, что-то вырвать это, не вырвать, что это такое. Это у меня сейчас такое состояние, что у меня до сих пор... Эй! Я здесь разговариваю, сыкуняра ты малая. Ты сыкуняра ты малая. А? Я ж полы помыла, а ты взяла... Что ж ты опять? Почему ты-то от радости и сышности? Нет, нет, она здесь ко мне прибежала. Иди сюда, иди. Мы с ней глазки помыли. Чистенькая, чистенькая. Чистенькая такая. Такая чистенькая. Чистенькая. Так, ладненько. Видела цветочки, Сашулька? Угу. Это мне дядя отдал. А когда в следующий раз помою, это ушки, они там немножко начнут смываться. Там шерсть отрастает на ушах, я потом подстригу. Тебе не нравится с розовым? Да? Нравится с розовым? Я сегодня в магазине стояла, там женщины пожилые, они такие, вау, какая она вообще, говорит, она как пелюш, она как игрушечная, говорит, с этими волосами. Нет, когда подрастет, наверное, будет. У нее лапки маленькие, видишь, какие. Да, это надо все разобрать, Саш.
Я тебе это одеяло постелила, потому что вот это вот, которое там, его надо отнести в стирку. А кто его? Идите хоть в стирку отнесите его. Что такое? Что такое морда малая? Тебя любят все, да? Стой, выбросим это. 1, 2, 3. Альса. Когда ж я ж там снимала все время? Ну, только я в центре не была. Не по дороге была. Потому что я снимала, там такие маленькие были всю зиму. Они это по весне, наверное, они так разрослись. Красиво пусть. Со шторами. Вот эти шторы я брала на базаре. По-моему, не в Икее. На базаре я брала шторы. Кто-то из кошечек пописал. Очень классные. А еще сердечками есть. Ну, правда, там на сердечках немножко затяжки есть. Но, опять же, ко мне кроме вас никто не ходит, так что нормально. Девочки, видите, какая вот у меня желтизна пошла на голове. И как уже отросли корни. И розовый мой, видите, вот этот старый, он так и не смывается. Прессинг идет на глаза. Сильный прессинг на глаза. Вот как будто вообще опухло. А на самом деле вот прям вот хочется очки одеть. Здесь поставила. Это мне София дарила. Штучку для мыла. Калы мне Джордж приносил. Клеопатра, тебе надо здесь их почистить. Ну, типа это. Я говорю, так они сейчас уже у меня цветут. Ну, можно, в принципе, листья обрезать. Можно этим заняться. Красиво. Девочки, смотрите, только что решила открыть полить. Как девочка мне сказала, смотри, Саша. А то я мама Джин Диньера. Девчонки, открываю. И там, видите. Бля, вот это я насадила. Что я насадила? Вот это я насадила, видите, она мне сказала, прикрой, испарение, я не знаю. А эти отростки, может их закопать? Что это такое? Почему они в одном месте только? Девочки, ну все, я испортила все, да? Не взойдет, наверное, ничего. Что оно непонятное, что это такое? Где корень его, где головка от магнитофона? Ничего не знаю. Ладно, поставлю. Так что, так и оставить закрытое в пакете на окне или все-таки открыть, пусть к солнцу лезут? Просто она мне говорит, в пакет, говорит, поставьте. Я так вот поставила в пакет. Я не могу. Грация, дай мне Костю. Тебе до Костя, а ты мне Костя. Тут джамми добрый стакан. Я знаю. Дай мне вот эти. Ну дай. Чем? Вот те. Ну чё? Дай. Дай. Ну дай. В девочки, смотрите. Спать, тебе разочаровать. Так, все, Шанель не даю, значит без Шанель. Ладно, давай к Виндичи, давай. Дай, мама. Давай, ладно, что ты тебе? Мама тебя мантянута до сола, я тебя без папы вырастила. Ходила работы две, я знаю, что мне делать. Скажи мне. Я потом тебе скажу. Я тебе скажу, сейчас ты уйдешь, я тебе позвоню и скажу. И чинка. Но. Дай. Дай, мама, не меня на 40. Ну и что, 40, на них можно жить целый месяц. Да, 40 евро. Блин, вообще, я растила тебя сама, водила тебя на гимнастику, на танцы, купила тебе собаку. Спасибо. Так я тебя даже не просила, ты сама принесла деньги. Ты мне не сказала, я бы не попросила. Спасибо. Я ушами. Что, все, забрала 5 рублей? Что, забрала 5 рублей? Кошмар. Пьяно, там привяжи. Аккуратно. У меня что-то уже второй раз, знаешь, второй раз у меня расстегивается вот этот, то, что ты купила, вот этот у меня расстегивается второй раз. Сейчас, когда сделают туалет, там этот, сюда вставлю, девочки, бордюрчики маленькие. И то до тех пор, пока покрасят это от велосипеда. А? Вот там, где у нее вот этот вот. До вечера Полина. Да, вот тут есть такая интрата. Аккуратненько, Саша, пожалуйста, не води ее там, где длинная большая трава. Ну, морду не застегивай, да, вот так наполовину, чтобы морда выглядывала. Не надо ее, не застегивай. Ага. И не так вот не тряси ее, как на электричке. Вот, аккуратненько. Хорошо? Хорошо. Только не носи. Вот я вот ей в парке нравится. Если ты пойдешь в парк, купи мне тортик вот этот вот, который мне нравится. Не пойдешь в парк? А, ну вот сюда вот, помнишь, дизель здесь упал в дырку? Сюда не води. Веревку дать тебе? Давайте.